Привет, друзья! Меня зовут Тарас Рычко. Сегодняшним выпуском мы открываем серию передач трехминутных обзоров рыболовных снастей и экипировки. Не будем терять ни минутки. Поехали! Гость сегодняшней программы – сапоги для охотников, рыбаков и любителей активного отдыха Colmax. Colmax – это польский бренд, который выпускает качественную обувь уже более 20 лет. Сегодня на заводе компании трудится свыше 250 сотрудников. Сегодня компания Yenta представляет линейку обуви, в которую входят 4 модели. Short – короткая, Medium – средняя, Long – высокая и Long – затяжкой. А теперь более подробно. Данные сапоги предназначены в первую очередь для ежедневного использования при отрицательных температурах вплоть до минус 30 градусов по Цельсию. Выполнены эти сапоги из современного материала EVA, который благодаря своей спененной структуре отлично удерживает тепло и сохраняет эластичность даже на морозе. Пара таких сапог в среднем весит всего-навсего 800 грамм, что вдвое меньше от ближайших конкурентов из ПВХ или резины. Каждая пара сапог Colmax комплектуется специальным войлочным вкладышем в виде носка, который предназначен для поддержания тепла в ногах, а также отводу излишней влаги при интенсивном передвижении. Модели Short и Long дополнены специальным резиновым фиксатором, который надежно удерживает войлочный вкладыш внутри сапога. В свою очередь, модели Medium и Long с затяжкой снабжены дополнительным воротником, который препятствует попаданию снега внутрь сапога при передвижении по глубоким сугробам. При необходимости войлочный вкладыш достаточно легко вынимается, стирается и просушивается. Особенностью сапог является анатомическая форма. Сапоги прекрасно сидят на ноге и имеют широкую голень. Кроме этого, модели Long и Long с затяжкой имеют дополнительный шип, который позволит легко снять сапог с ноги. Рельеф подошвы сапога выполнен с пожеланиями зимних рыбаков и имеет антипроскальзывающие свойства. Поэтому вы можете передвигаться в сапогах даже по голому льду. Но было бы нечестным сказать вам только о плюсах этой обуви. Сапоги Colmax рассчитаны на ежедневное, но все-таки бережное использование. В них отсутствует защита от проколов острыми предметами. Поэтому ломать в них острые сучки или пробираться через густой камыш я не рекомендую. В целом сапоги получились отличными. Они найдут свое применение у любителей берегового спиннинга, зимних рыбалок, лодочных выездов и охотников. А у меня на сегодня все. С вами, как всегда, был Тарас Рычко. До новых встреч!